За 100 лет существования задачи профсоюза, конечно, менялись, но суть его осталась неизменной. Это гарант соблюдения прав работников и посредник между работодателем и трудящимися. Профсоюз – это сила, уверены председатели первичных организаций. Сегодня отчет о работе за 3 года держит председатель отраслевого профсоюза Светлана Тюрбеева. Именно столько лет она занимает этот пост. За период моей работы за 3 года проводилась в основном работа по социальному обеспечению. Мы работали с людьми в плане отдыха, путевок, защиты трудовых прав. Основной упор мы также делаем на обучение и охрану труда, потому что это тоже немаловажный момент, и очень отрадно, что руководители этот момент понимают и идут нам навстречу. Соблюдение условий коллективного договора и требования охраны труда, своевременная выплата заработной платы – все социальные вопросы, которые возникают у работников, находятся в компетенции профсоюза. Я думаю, что все вопросы – санаторно-курортное лечение, отдых, спорт – все это решает профсоюз. Средства выделяются как от работодателя, так и от профсоюза. Вот, допустим, на уборке урожая мы пишем приказ о награждении лучшего работника недели. Вот, значит, приказ, премия от администрации. И та же самая мы вручаем еще от профсоюза премию. На конференции также отчитались контрольно-ревизионные и мандатные комиссии. Далее выбирали председателя районной организации профсоюзов АПК на новый 5-летний срок. Единогласным решением вновь была избрана Светлана Тюрбеева.